Всем привет, с вами Тед, и после моего прошлого видео, где я показывал, как очень-очень-очень легко можно подниматься на чизах, где ничего не нужно стараться, просто нужно правильно все делать билд, и в принципе эта серия, кстати, можете заценить в предложечке, в описании все ссылки есть на эту серию, где мы будем, в принципе, или уже вышли из бронзы в мастер-лигу, используя пару простых стратегий. Мне много кто писал, что да, ты вот показал, что чизить можно. Но я вот хочу играть в макро, хочу играть в правильный StarCraft. И вот вы там в своем мастер-лиге играете в правильный StarCraft, а вот у меня в бронзе нет. Ко мне прилетает уже миллион батл-крузеров, и с ними ничего не сделать, и все ваши сталкеры там не работают, что вы играете, вы делаете какую-то ерунду. Естественно, это не так, и мы сейчас это докажем. Переходим на другой аккаунт. Итак, в прошлой серии все выглядело немножко иначе. Там, конечно же, я просто включал три классные игры из определенного дивизиона. То есть, например, в данный момент у нас на этом аккаунте уже слито все в серебро 3. Вот, видите, ММРочку там. И, собственно, когда мы играем в макро, да, правильно, StarCraft, важно понимать, что это не обязывает вашего соперника играть то же самое, и вы не должны оставаться как бы в основной идее того, что вы, например, выходите первая, вторая база, вас атакуют, вы отбились, и вы так, ну я же играю в макро, мне надо третью, четвертую, пятую поставить, мне надо поставить там, выйти в самый высокий там тир юнитов, да, уже там батонов, например, за протосом, брудов за зерга и так далее. Нет. Макроигра — это правильное принятие решений, да, это развитие, то есть какая-то такая стандартная установка на игру, при этом, которая есть спланированная какая-то ваша дальнейшее развитие в лейт-гейм. И здесь мы, собственно, будем это играть, да, то есть мы будем пытаться играть в лейт-гейм, но при этом мы будем анализировать, что делает наш соперник, и при необходимости нападать, контратаковать, вот. Все это будет проходить в формате каких-то вот как раз-таки, как сейчас, записей в районе 50-60 минут она будет длиться. И, ребят, если вам нравится этот формат, обязательно оставьте коммент, оставьте лайк, потому что этот формат, он не ходовой на моем канале на данный момент, да, то есть часовое записанное видео. Поэтому здесь будет куча информации, проставленные все тайм-коды, да, на правильные игры. И я очень надеюсь, если реально вам такой контент нужен, если много людей, которым такой контент нужен, вы просто не поскупитесь на коммент, на лайк, посмотрите видео до конца даже. Ну, его можно не смотреть, просто промотайте до конца, вот. И тогда, собственно, будет выходить следующая серия. Условия примерно как и в прошлом моем чизовом видео. Только так видос подлиннее. Давайте побольше. Сделаем 150 лайков. 150 лайков, следующая серия. Вот, ну что, мы поехали. Пока мы не баним никакой карт. Никаких. Абсолютно никаких карт не баним. Вот, мы просто нажимаем ранговая игра и поехали. Поехали. Будем по ходу дела что-то прикидывать. Прикидывать, смотреть, собственно, что делают наши соперники. Вот, будем анализировать после игры обязательно, что произошло. Что произошло так, что произошло не так. То есть, где мы допустили ошибку. Возможно, прямо сейчас я в бронзе проиграю и скажу, да, вот почему это не работает. Вот, при этом я себя конкретно не буду жестко ограничивать в каких-то действиях. То есть, но при этом и не буду пытаться... Ну, на микро-мультитаска уровня мастер-гранд-мастер-лиги выигрывать, да, то есть, но при этом я все делаю правильно. То есть, можете поискать на канале, у меня куча обучалок, где все рассказано, как правильно начать играть в StarCraft, настроить контрольные группы и прочие все вот эти истории. Вот. То есть, самое главное, это хорошо строить рабочих, и это вам... позволит выиграть огромное количество игр, на самом деле. Если вы просто нормально будете строить рабочих, потому что много кто скажет, что вот я нормально строю рабочих. Нет, на самом деле это не так. То есть, если вы хорошо строите рабочих, вы уже точно поднимете себе кучу лиг и так далее. Вот. Какой у нас план? Сейчас мы играем против Террена. Против Террена у нас план достаточно простой будет. Да и, в принципе, как против почти любой расы. У нас...
только против Протаса у нас будет тайминговая атака с двух баз. Но это на самом деле, мне кажется, нормальный план на макроигру, который, если как бы она завершается успешно, мы переходим в дальнейший план. Вот, против Тирана мы играем в сейфовый стиль в Роба. Роба и Колоссов. Вот, мы обязательно открываемся в кибернетку до Некуса. Это намного безопасней. Так, и вот, смотрите, вот первая игра сразу же. Что мы делаем? Почему вот я сейчас не ставлю вторую базу? Все очень просто. И не просто одновременно. Смотрите, да, сейчас макропланная игра. Я сейчас буду все объяснять, в принципе. Наверное, с большего. Повторим, мы будем проматывать. Здесь я сейчас буду комментировать примерный смысл моих действий. Вот. Нам сейчас нужно понять, это прокси или не прокси какой-нибудь. Обязательно поставить батарейку, минеральную линию. И свой прокси-пилон. Зила там. Мы пока никуда не пойдем. Роба ставим тут. Ну и будем собирать сейчас облаву. Так, этот сталкер у нас пойдет разведать сверху. Вот, то есть и много-много народа на самом деле с... Вот, то есть мы сейчас где? В серебре 3, да, серебро, бронза. Кажется, я вот играю в макро, ко мне приходит куча мариков там или еще что-то, да? И почему? Потому что вы сейчас, например, можете взять и начать строить рабочих или еще что-то. Я сейчас... Мы, наверное, вот эту игру... Успешно выигрываем. Прям супер успешно. И сейчас я вам расскажу всю тайну нашей победы, так сказать, раскрою. Кстати, вот в моей обучении, в моем, что у меня сегодня со склонениями плохо. За все расы как раз таки рассказывается, что мы начинаем играть всегда обязательно с одной базы учимся. Почему? Потому что, во-первых, это легко, во-вторых, это помогает научиться тратить ресурсы. В-третьих, опять же, сейчас я не изначально играю вот этот вот чиз, да, то есть я не изначально иду сталкерами, пытаюсь его там атаковать. Это реакция. То есть это реакция на то, что он делает. И в этом вся суть. Очень много игроков будут действовать неправильно в этих лигах, да? То есть вот абсолютно так. То есть они просто будут делать, ну, какие-то вещи, которые они считают вот нужны. Мы сейчас проанализируем его все действия, собственно. Надеюсь, он, в принципе, прямо сейчас сдаться все-таки, когда ну, все вот это повлетает. Он понимает, что у него, ну, юнитов уже нету. Ну и физически он никак не сможет не спасти ничего. Не, ну, скорее всего, да, предпримет еще одну попытку. Слава богу, у нас хватает сталкеров не дать ему это сделать. Комбинацию, наверное, F10 он не знает, поэтому, ну, вот первую мы сейчас выиграем. Да, и заметьте, ну, это один из игроков, который играет тут как раз против вас, если вы играете в данной лиге.
наверное, мы побеждаем. Нет, не побеждаем, значит, тут прокси-база какая-то есть. А, нет. Вот эта штука. И смотрим повтор. Не, все-таки что-то есть. Да. Вот, все, попытка не завершилась успехом. Смотрите. То есть, в чем суть? Вы должны понимать, макро самое главное, что у вас может быть на каждой минуте. И чтобы понимать, можно писать либо гайды, да, либо посмотреть просто-напросто какой-нибудь быстро помотать вот на ютубе, да, с парагеймерами. Найти игру, где не происходит чего-то сумасшедшего с прокси-бараками. Найти игру, где просто все развивалось там до 5-6 минуты, там без всяких потерь, без ничего, да. Вот это вот, вот классическая макроигра, которая может закончиться на 7-й минуте. Вот. Но при этом посмотрите, что примерно на каждой минуте у соперников есть. Если вы посмотрите, то вы увидите много терранов, которые делают саплайка, барак, ЦЦшка, газ там, да, то есть, ну, барак, газ, ЦЦшка в такой последовательности. Если вы приходите, то есть что нам важно, да, что мы должны взять и разведать каждый раз по одинаковому таймингу. Чтобы начинать вот это вот все учить, понимать, напоминать, мы приходим минута 20. То есть я в каждой игре против терна буду приходить минуту 20 и что-то видеть. И вы можете никак не реагировать в первый раз, абсолютно вот в первый раз. Допустим, что у вас есть план играть в колоссов. Наверное, в следующих играх я буду как раз-таки так делать, потом проматывать реплей и показывать, почему я проиграл. Да, то есть, ну, я ему теоретически могу проиграть. Если я буду вслепую делать билд какой-то, который, ну, он сможет законтрить тем, что он делает, да, вдруг. И мы так и будем поступать. Вот. А, то есть я буду разъедывать и не реагировать на то, что будет происходить вот в этой серии. Это, наверное, будет хорошо после первой игры. И потом буду объяснять, какая должна была быть реакция, и в следующих играх мы будем реагировать. Вот это будет круто. Вот. За этот контент, я думаю, лайк можно поставить, конечно же. Вот. Поехали. Смотрите, в чем прикол? Мы видим, что здесь три... Саплайки. Что такое три саплайки? Это 300 минералов. В минуту 20 у вас немного опций, что вы можете поставить. И мы это и видим. Да? И что я могу понять? Что он, скорее всего, будет делать какой-то прокси что-то, либо что-то прятать на базе. Да? Поэтому он успел там взять, поставить эти саплайки. То есть здесь могут быть прокси-бараки, что-нибудь такое. Вот. Как мы видим, вот он начал один барак. То есть здесь могло быть сейчас строиться, допустим, 2-3 барака. А он застроился, чтобы его рано никто не пришел, не убил. Но это логично. И если я сейчас вслепую начинаю строить Nexus, бустить рабочих, то, естественно, ко мне приходят прокси-бараки, и мы проигрываем. И вы должны понимать, что просто в любой момент, когда соперник угрожает вам атакой, и причем вы не видите, что на вас идет атака, вы понимаете, что его действия могут привести к атаке, да, потому что он что-то скрывает, он что-то хочет сделать. Вы начинаете к ней готовиться. Вот. То есть, что я делаю? Я начинаю делать зилота, делаю там газ, делаю пилоны, вот, наполняю свой Nexus. Больше я не строю рабов. Почему? Потому что я готовлюсь к атаке, да. Я все бусты кидаю в юнитов. Я делаю прокси, я делаю батарейку. Вот это робо, что я сейчас делаю, это можно было все сделать и дома. То есть не обязательно это ставить в прокси, просто это как вариант. Все, начинаем по чуть-чуть искать. Если мы чувствуем, что у нас вроде бы есть чем защититься, один юнит может выйти, что-то поискать, посмотреть. В итоге мы посмотрели, что все вроде чисто вокруг нас. И что, получается, происходило? Мы все, вот это начало игры, готовились к атаке. Атака к нам не пришла. Если вы готовитесь к атаке, атака к вам не приходит, вы, получается, вместо того, чтобы вкладываться в экономику, вложились в юнитов. И вам просто надо атаковать. И вот эту вот логику нужно держать. И мы сейчас ее будем использовать, собственно, до конца нашей серии всей. Да, что, то есть, если нам пришлось начать строить юнитов, мы должны ими воспользоваться. То есть каждый раз, когда вы кого-то строите, вы должны понимать, зачем вам этот юнит. И в этом прикол, да, что то есть, если вы не понимаете, вы даже не можете не строить. То есть вместо вот этих сталкеров я мог построить там три Нексуса, например.
В этом суть, что он тоже мог поставить 3 соплайки, а потом здесь поставить 30 цехи. И если я его не пойду атаковать тем, что я настроил, то есть я проиграю. Вот, логика такая. Поехали, следующий. Сейчас будут промоушены быстро, это типа свежекалиброванный аккаунт. Первая серия у нас да, золото. Сильвер 2. Да, золото. Давайте сделаем одно поражение, наверное, чтобы он чуть-чуть медленнее шел. Чтобы серия была веселей. У нас 5 калибровочных поражений. Сейчас делается победа. Рандом. Давайте, нет, давайте сыграем. Если просто, если был бы опять Терран, возможно, сыграли бы какую-нибудь ерунду. Очень просто выше бы. Давайте сыграем против рандома. Пам-пам-пам. Возможно, вот эту тестовую первую серию сделаем поменьше, чем час, но в целом будут почти час. Против рандома все просто. Едем, ставим пилон на рампе. Так, было бы круто, конечно, если бы да еще зерг попался, потому что много кто боится играть против зергов. Тут опять же все просто. Видим застраивающегося Террана. Вот, ну будем ставить тут в атаке. Видим достаточно поздний барак. Поэтому, наверное, мы поедем поискать прокси-бараки. Но бояться его, опять же, мы не будем. Да? То есть мы возьмем такую микрореакцию, сделаем. То есть мы едем искать прокси-бараки, сами будем играть все как надо. Кибернетка. Нексус. Пилон. Газ и все. Сразу же адепт у нас идет. За ним у нас идет сталкер. И Twilight. Адепт у нас пойдет разведывать. Против чего мы имеем дело. Сталкер будет защищать базу. Примерно такая у нас будет стратегия пока что в ближайшее время. Мы ее будем менять по ходу развития серии. Третий пилон. Чтобы был. Вот. Ну и адепт может разведывать у нас. Против чего мы имеем дело. Вот мы видим, что это марики. Видим, что он играет с одной базой, и тут вот нам уже приходится делать решение. Да, то есть. Точнее, реакцию. То есть мы перестаем строить рабочих. И самое главное, опять же, в макроигре. Так, перестали строить рабочих, защитили минеральные линии. Поставили обязательно оборонительную такую историю. И нам надо понимать, что, с чем мы имеем дело, сделать разведку. Вот, то есть. С этого момента мы играем сверхпассивненько. Не строим
лишних. Пробок. Вот, и делаем разведочку. Видим какого-то КСМ сбежавшего. Вот, и тут мы видим, что он выходит во вторую базу, играет в мех. И, собственно, вот отсюда нам надо атаковать. То есть сейчас мы будем в атаку идти. Вот, и делаем ответвление в чарж против меха. То есть мех мы просто будем пробивать внезапно. Идем делать запрыгивание. И строится. То есть там я выиграл замес, в принципе, дальше я не сильно парюсь. Добиваем нашу экономику. Вот, и будем сейчас пробивать. Пробивать вот эту застроечку всю. Только я не добавил гейтов, наверное, да. Ошибочка вышла. Думаю, что ресурсы подкопились. Давайте сделаем рекол небольшой. Как-то он смог пробраться мимо нас. Вот, атаковать будем по таймингу ровненько. Я думаю, можно даже сейчас взять, встретить здесь баншей. Смотрим, не было прокси никаких баз. Третья, кстати, была, однако. Ну, она была уже бесполезная, поэтому все равно слишком много баз начал пытаться брать. В чем суть, опять же?
То есть мы просто поднимаем факт, что нас могут напасть, и очень-очень не спеша подправим рабочих. При этом, в принципе, сидим в защите, все аккуратненько. Вот, и как вы видите, что он сыграл такие безопасные ЦЦшки, в мех. В принципе, если играть в мех, более-менее опция. Но в чем проблема этой опции? В том, что он все равно развивается медленно, играя в такой стиль. И когда мы только замечаем это, наша атака, ну, она всегда будет жесткая и успешная. То есть у нас больше юнитов, чем могло быть, да. То есть обычно в это время у нас вот 9 сталкеров там атакуют. Здесь у нас уже сразу же 12. Еще и довар может быть. Вот. А у него меньше всего, потому что он выходит в позднюю базу. Все, здесь наша задача всегда очень простая. Размен. Просто разменяться, выиграть юнитов, выиграть по рабочим. В принципе, и то сделали успешно. Вышли вперед 2 раза по рабочим, вышли вперед по юнитам. И почему я отсюда не начинаю строить старпорты, там, апгрейды, форжи и все остальное? Потому что игра уже переросла в стадию разменов. Да? То есть мы нанесли урон сопернику, и у него 2 логических пути. Да? То есть тут нужно понимать от соперника. То есть, какие у него факторы победы. И у него, в принципе, первый фактор. Первый фактор — это какая-нибудь секретная технология. Да? Допустим, что мы играем там без роба, либо почти без роба, банши с инвизом. Может быть. Но мы видели это, она вряд ли будет сюрпризом и так далее. Батлкрузеры. Например. Пускай будут батлкрузеры. То есть, неважно. Любая какая-нибудь такая супер... хитрая технология, да, какая-то. Вот. Это первая опция. Вторая опция — моментальная контратака всем, чем есть. Третья опция — выйти вперед по экономике, халявля и ничего не делая. Вот. Как нам контрить каждую из этих опций? Battlecruiser и прочее, прочее, прочее. Ну, у нас, естественно, должна быть детекция. То есть, если до сих пор роба нету, мы должны моментально его поставить после такого размена. Второе, это нужные юниты, да, то есть, по сути, мы должны сейчас готовить атаку, в этом вся суть. То есть, я смотрю, что, в принципе, мы только выиграли атаку, у нас юниты есть, почему я прямо сейчас же не начинаю строить 1000 гейтов? Во-первых, потому что я сделал плохо, и сейчас стоило сделать гейты, вот прямо сейчас. Во-вторых, они нам не необходимы, потому что второй аут, который он мог сделать, а именно... контратака всем, чем есть. Он не актуален, да, потому что у него ничего нету. Мы выиграли в размене, то есть мы разменяли всю нашу армию на всю его армию, плюс еще рабочих. У нас как бы армии равны, то есть мне нужно по чуть-чуть продолжать с тех же 3 гейтов подварпывать, вот что я делаю, чтобы сдержать натиск. Но мне не нужно 8, да, то есть то, что у нас армии равны, у нас производство примерно поровну по зданиям. Вот, в этом вся суть. И поэтому я готовлю уже сразу атаку, да. Почему? Потому что если он... все его ауты сводятся к тому, что он должен либо прийти в атаку, а для этого нам нужно всего лишь атаку держать у себя дома, да, не выходить. Вот. Либо выйти в суперэкономику. А когда он выходит в суперэкономику, он, естественно, теряет по армии, да, он не успевает ее перестроить. То есть он начинает вот строить кучу командных центров, да, здесь командные центры, повсюду командные центры. А... это бестолково будет, если мы придем атаковать. А вот если я не приду атаковать, да, то есть если я вот сейчас, вот на 8-й минуте не прихожу и не делаю вот эту вот атаку, которая сейчас произойдет, то что произойдет? То буквально через минутку он догоняет нас по рабочим, догоняет нас потом по производству, и все, и мы уже отстаем. Да, то есть он просто раз, два, три, четыре, пять ЦЦшек. То есть он кидает 5 мулов, и ровно за 1 минуту обгоняет нас, неважно, какие были размены. Вот и все. То есть вот это нужно понимать. И тогда вы будете сильнейшим макроигроком. Ну, а мы поехали дальше. Сколько у нас времечко? Еще можно игруху 2 лупануть в этом формате. Ну, и обязательно жду от вас отзыв по формату. Вот, то, что, ну, мое мнение, что до сюда, вот до сюда уже, мало кто досмотрит. Кто досмотрел до сюда, обязательно
Пишите в комменты, я до сюда досмотрел. Мне так просто тоже интересно. Хотя я увижу там по статистике, сколько народа. Кто-то, может, так включил. Интересно, кто реально смотрел. То есть, ну, интересен или не интересен контент, еще такой именно. Аналитически прям вот по лигам, да, потому что, ну, судя по вопросам, как бы, говорю, много народа любит поспорить, да, о том, что, ну, вот, ну, не работают стандартные стратегии. Стратегии работают, их нужно понимать, да, то есть, чтобы они работали, в них нужно играть, нужно понимать, в какой момент, почему, что в них делается, да, то есть, там... Какому-нибудь блинк-пушу всегда предшествует куча каких-то мелочей, которые нужно понять, почему эти мелочи делаются именно так, почему мы делаем первого там адепта, какова его роль в конкретной игре. Вот. Вот, ну как видите, на самом деле, то есть вот этот парень, который против меня только что играл, если бы я просто играл стандарт, он бы мог меня жестко убить и наказать. Почему? Потому что он просто настроил 5 ЦЦ-шек, да? То есть, если я возьму сейчас, начну тыкать вот сюда 5 нексов, я тоже на третьей минуте сделаю 70 рабочих и, ну, буду впереди прям жестко. Вот. Ну, почему я этого не делаю? Потому что, ну, я знаю, что это нельзя делать. Что он может прийти, разведать и, собственно, потом начать крушить. Вот мы видим стабильная теранская тема пока что на этих рангах. Это полностью закрыться. Полностью прям перекрывания идут. Самое главное этот момент смотреть. Что он делает? Видим уже вторую базу. Можно ехать домой. Вот, и мы отправляем адепта вперед, ставим батарейку сзади. И тут, наверное, опять прикольное ответвление, можно сказать, да? То есть в этот раз я ставлю батарейку, а в прошлые разы не ставил. Почему? Потому что я не собирался первым юнитом убегать никуда. Да? То есть сейчас я собираюсь побежать, посмотреть, как сказать, как дела у моего соперника. Сталкер будет защищать у нас вторую базу. Ставим Twilight. Кидаем бустик. Вот, сейчас поубиваем. Пум-пум-пум. Вот, и мы меняемся на разведывательную тактику. Кстати, до сих пор блинк не заказал. Щук. Будем стараться не спеша делать. Не стремлюсь прям все идеально делать. Идем в колоссов, как я говорил. Когда вторая база полностью наполнилась, идем на третью. Три обсервера обязательно развешиваем.
которые будут нам подсказывать, что же можно делать дальше. Так, и мне нужны будут еще сталкеры обязательно. Вот этот опс, кстати, будет очень полезный. Во-первых, я им понял, во что примерно играет мой соперник. Точнее, какие у него прям здания есть. Вот, а это важно. Это на самом деле важная штука, что мы понимаем, что он в принципе играет во что-то с танками, с мариками и прочими всеми этими историями. Ну вот, и что нам делать дальше? Нам надо, так как мы вышли вперед по экономике, просто поддерживать его. Здесь мы просто не спеша бежим. Все, мы накопили, в принципе, войско. Ну вот. Дальше что? Дальше мы начинаем делать следующую порцию апгрейдов. Добавляем нужное количество гейтов обязательно. До 8 их набиваем. Учим следующий апгрейд. И переходим в нашу следующую технологию. Вот, при этом такая самая классическая прям ошибка в этот момент у, ну, игроков. Сидеть дома, ждать, да? То есть вы только что встретили контратаку. Точнее, просто атаку. Самое время уже, ну, не ждать. Свич будем делать такой вот, два роба. Будем начинать делать имморталов. И вот теперь мы переходим уже в следующую базу. Естественно, мы не дадим ему здесь спокойно заменить базы. Решает посражаться с нами. Разменяться с нами. Ну и, в принципе, вот у нас происходит размен. Колоссы отлично достреливают до ЦЦхи, не позволяя себя атаковать. Вот. Вот отсюда уже у нас есть опция, например, перейти в воздух. Почему мы сейчас не переходим? Все очень просто. Мы просто-напросто сейчас опять же в ситуации боевой игры. То есть мы деремся, и когда мы деремся, когда у нас боевая ситуация, у нас есть необходимость только одного. Ну, поддерживать замес, в принципе. Поддерживать замес. Потому что вот, к примеру, вот он у нас выиграл только что
битву. И нам надо сейчас эту битву, собственно, продолжить, не дать ей завянуть. Больше газа добываем. Давайте штормить выучим. Вот, и мы видим такой классный маневр, да, что мы делали нашу игру, чтобы она была боевой, контактной. И заставили его делать что-то, чем он может отбить колосса. Но он наделал, получается, викингов, да, мародеров, то есть то, что контрит колосса, в принципе. А у нас уже не колодцы, у нас уже архоны, штормы. Вот, видим, что он собирается в атаку выходить. Обязательно, когда кто-то выходит в атаку, идем. Ну, лучше первыми выйти. Вот, сюда приходим и смотрим его действия примерные. То есть он собирается эту базу атаковать. Мы просто убегаем тогда на эту базу. И, собственно, убиваем его вот эту. То есть мы его обгоняем сразу же по всем фронтам. Сами занимаем вот эту базу. Вот. И вот мы... Вот это вот называется. Вот это вот то, что мы сейчас сыграли. Победа в макро. Будет интересно. Сейчас мы ее разберем, эту игру. Вот. Ну и от отсюда уже игра переходит в какую стадию? Все, GG, да, ты разведал, понял. То есть вот отсюда уже, когда у нас начинается огромный приток газа, если игра устаканивается, то есть перестает быть контактной, можно начинать переходить в технологии. Потому что иначе, в чем прикол? Вы делали этих юнитов, если он сейчас начнет делать батлкрузеров резко, он сливает кучу в это ресурсов, вы просто видите, обсервируем, что у него стоят 4 мародера здесь. И все, приходите, его убиваете. Естественно, вы не ждете батлкрузеров. Вот, вот интересное развитие динамической игры. То есть мы вначале ему помешали. В принципе, не критично. Мы помешали. Все, он выходит во вторую. Мы выходим в третью. То есть делаем все стандартно, билд, как бы мы делали. То есть, если бы что-то происходило, не происходило. Наделали сталкеров. И, как я говорю, каждый юнит должен что-то делать. Вы их наделали, идете ими в атаку. То есть, вот если я в эту атаку не выхожу, да, а сижу и говорю, а, знаете, я тут макро играю, ко мне просто приходят с танками, побеждают, этот билд не работает. Это неправильно. Потому что, когда у вас есть преимущество по базам, у вас есть юниты, которые дома вам не нужны по одной простой причине. У вас тут обсервер, да, то есть мы смотрим Vision. Я вот эту всю часть карты, я ее всю вижу. То есть я постоянно смотрю на мини-карту, да, это скилл, который нужен при игре в макро, если вы не замечаете дропы, естественно, это ваша уже тогда трабла, да, то есть ее нужно фиксить, ее нужно тренировать. Ну вот. И если вот вы банально не выходите этими сталкерами вперед, вы проиграете такому пушу, это нормально. Потому что если он сейчас, допустим, выходит в 6.20, да? Давайте прям сразу, сколько он выходит. Он выходит в третью базу, идет пушить. Это, ну, правильная стратегия. В 6.20 он выходит, ему до сюда дойти буквально 20 секунд. Да, то есть он в 6.40 может быть здесь. Давайте посмотрим, во сколько он реально будет. Он будет, во-первых, минус Марик. Минус 2. Минус
3 марика примерно, либо много жизней. Минус танк. То есть, смотрите, вместо того, чтобы прийти сюда в 6.40 и разложиться двумя танками, он доехал сюда с намного меньшим числом майков и в 7.00. Что такое 7.00 и 6.40? Это разница в один даварп. И вот этот вот даварп, он как раз побеждает. То есть, уберите отсюда вот 4-5 сталкеров. Да? Смотрите, здесь их 13, уберите 5, будет 8, да? Так 8 сталкеров против этого уже не смотрится массивно. Вот, вот так вот играется именно макро. Стараюсь заметить, сильно не мигрить, то есть мы в основном так. Разменчик, и окей. Разменялись, чин-чин. Батареечки поставили, и выходим в атаку. Все, здесь опять же он устроил с нами драку, мы разменялись. Почему? Потому что я знаю, что здесь я отбился войском практически без потерь. Я иду в контратаку. Его войско меньше. И он должен драться, расставляя свое войско где-то здесь. Да, то есть в правильной позиции, хорошо меня принять. Он вышел в поле драться. И в поле я готов просто окликнуть, посмотреть, что произойдет. Да? То есть при любом раскладе я уже буду впереди. Вот. Так, в принципе, и есть. То есть мы здесь заставляем его просто тратить ресурсы. Просто, опять же, размен. Вот, и смотрим размены. Размены поровну, да, то есть я не старался его там жестко перемикрить, еще что-то сделать. Вот, но в момент того, как пока мы здесь его напрягаем, мы ставим следующую базу, и мы уже переходим в имморталов, да, то есть мы думаем на шаг вперед. Мы всегда должны в такой макроигре опережать соперника. То есть мы показали колоссов, мы ими пришли, подрались, сразу же делаем то, что законтрит следующий шаг соперника. Как и в прошлой игре, как я говорил, то есть мы должны понимать, какие у него ауты. Мы приходим к нему колоссами, он не может продолжать строить мариков. Да? То есть он обязан уже как-то придумать, как законтрить колоссов. Ему нужны уже мародеры, ему нужны викинги. Он начинает их делать. А что контрит мародеров, викингов? Имморталы, архоны, штормы. Вот. Мы, получается, на шаг впереди. И вот здесь вот, когда мы приходим имморталы, архоны, штормами, то есть сейчас вот этот момент тоже разберу. Достаточно прикольный. То есть какой следующий шаг, как он может контрить? Ему надо там гастов строить, еще что-то, да? То есть дорогих юнитов по газу. А мы в тот момент, пока он начинает строить дорогих юнитов по газу, чтобы законтрить вот этот состав, можем вот в этот момент, в принципе, пока мы не вышли в атаку, а сидим дома, тыкнуть 3-4 старгейта и уже переходить в армаду. То есть, к примеру, такая опция тоже есть. Вот. Либо продолжать играть контактно. Почему? У нас 4 базы. Почему бы не пойти, ну, наконец, не убить ее? То есть у нас хватает юнитов, чтобы пойти убить ему базу. Если бы я проиграл замесы, тогда я бы сидел в защите, и вот тогда бы я потихоньку переходил в армаду. То есть, если я понимаю, что в атаку я не иду, в защите под батарейками посидим, тогда армада. Но, так как мы играем контактно, мы идем в контратаку, и вот этот вот, опять же, момент, как я говорю, который вы можете не делать у себя вот в лигах, вот этот выход. То есть, если этот выход сделать чуть-чуть позже, мы, допустим, можем находиться здесь, когда к нам приходят убивать эту базу. Это плохо, да, то есть, потому что мы проиграли по времени. Так мы вышли, мы видим, где армия соперника. Это вот примерный алгоритм действия, как выходить вот так. Посмотрите, где армия соперника. Подумайте, точнее, не, решите, куда вы хотите идти. Посмотрите, где армия соперника и, ну, соответственно, действуйте, да, то есть... Именно по такому алгоритму нельзя просто взять и пойти в атаку. Точнее, можно, конечно. Но тогда будет 50 на 50. Вы можете здесь встретить сопротивление, какое-нибудь классно расставленное, и отдаться частями. То есть вы можете вот выйти и быть здесь, когда к вам атакуют сюда. Но я вижу, где он, я знаю, что я вышел раньше, и вижу, что я уже пришел, а он только начал выходить. Вот как раз-таки вот эту зеркальную ситуацию я не хотел повторить со своей стороны. Почему? Потому что у нас есть база, да, тут какие-то ресурсы вложены. Да, он идет ее убивать. Но мы ему намного раньше убиваем его третью. А он и так отстает по экономике. Мы знаем, что у нас три как бы базы. У него только четвертая стала. А у нас четвертая уже даже давно стоит. Вот. И тут вы просто решаете дальше. Либо рекол и полная защита этой. Либо вы идете убиваете ему его самую новую базу, а он должен был. Он должен был ее беречь, не должен был ее отдавать. И, соответственно, здесь все очень просто. Супер батареечка, немножко времени выиграли, немножко разменяли зелков. Просто берете, убегаете. Самое главное, рабочие. Рабочими сбежали.
Их даже сюда не надо было отправлять, можно было на эту базу отправить большую часть. Ну, ладно, пока бегают там, как бы. Вот. И все. И в этом суть. Мне не нужно его убивать базы, да, мне нужно победить по ресурсам. У нас, опять же, по разнице по размену, вот только сейчас она стала в мою пользу, когда я ему армию убил, да. То есть до того, как мы убили армию, посмотрите, мы играем поровну. Ну, плюс-минус, да, то есть здесь вот он чуть-чуть уже отстал там на 1000, да. И то в основном почему? Потому что он здесь вот все пошел не добивать. Если бы он это все добил, а ему ничего не мешало, он как бы был бы в размене поровну. Но за 11 минут игры в размене там и поровну в потерях, а в добыче я его намного превзошел. Сейчас мы посмотрим графики. Графики, графики. И мы переходим... Бронза 1. По значку, конечно же. А по лиге сейчас посмотрим, что у нас. Только сначала графики. Да. По графике вот. Добыча ресурсов. И вот, играя в макро, вы просто должны понимать, что вот эта ваша линия добычи ресурсов должна постоянно находиться чуть выше соперника. Тогда вы играете правильно. Вот. То есть вы должны стремиться к тому, чтобы вот эта линия просто-напросто всегда превосходила. Тогда вот вы можете позволить себе, к примеру, здесь он добывал 1600. Давайте среднюю что-нибудь найдем. Средняя вот к этому моменту. Он добывал средняя 1800. Я к этому моменту добывал где-то 2200. Да, и это было на протяжении 3 минут. То есть за 3 минуты я заработал больше на 1200 минерала. Ну, ресурсов, если быть точнее, разных. И, соответственно, я в период с 3 до 6 должен просто аккуратно защищаться. На 6, если я смог столько добыть намного больше, то есть я могу разменяться в минус 1200 и быть наравне. А, то есть у меня есть лишних 12 зелков, лишних там 5 батареек там и так далее. Вот это так работает. Так, ну что, вот теперь точно на этом наша серия вот это заканчивается. Давайте посмотрим. Да, золото. Практически золото 3. Если понравилось... Как говорю, пальчик вверх, 150 лайков, следующая серия. С вами был Тед, ну и до новых встреч.